Так, Меркурий. Уж как получается. Настраивался. Очень он быстро за горизонт садится. Все, не трогаю камеру. 130-129 миллионов километров сегодня до Меркурия. 20.46 по Киеву в Харькове. Суббота, 15 мая 2021 год. Так. Выдержку увеличиваю. Еще относительно светло. Сумерки. Сейчас перейдем на Луну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Получил своей же камерой себе же по голове. Так, еще разочек. Это редкий у нас гость Меркурий. Скоро Венеру будет видно. И вообще жизнь налаживается, хоть облачка разошлись. Так. Уменьшу выдержку, уменьшаю. Ну, в общем, я думаю. Сейчас посмотрим на Луну. Луна красавица. Ой, комары, елки-палки, как же я за вами скучал. Опс, перебор. Какая ж ты красавица, Луна. Сейчас все будет. Все, вот нашел. Теперь колебания, это только небольшой ветерочек нам помогает. В кавычках. Движение Луны по экрану. Сейчас подвину чуть-чуть кадр, штатив. Вот так, отошел. Ты ж моя красотулечка. Так, уменьшаем. Здесь 125 крат оптического увеличения. Фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Не телескоп, в который раз говорю.
Это не так кратно, что в биноклях, так что ориентироваться на эти краты можно весьма условно. Четыре крата цифрового увеличения. О, какой рог. Изобилие, надеюсь. Пора бы уже. У Харькова символ. Герб Харькова, рог изобилия. Вот это он. Да. Ладно, сейчас будем еще делать дубли, пока Меркурий не скрылся. Что у нас? У нас 20.53 по Киеву, Харькове, 15 мая 2021 год.